Шановні друзі, дякуємо Анні Куркуріній за корисні рекомендації. Сподіваємося, що заряд бадьорості, отриманий у спортивній залі, дасть добрий старт цьому дню. А ми поступово рухаємося далі. І наразі запрошуємо до сніданку. Але запрошуємо лише тих, хто турбується про власне здоров'я. Черговим рецептом смачної та корисної страви сьогодні з нами поділяться представники Миколаївського центру ведичної культури, і які сьогодні вже з нами, я хочу вам представити, Олександр Глемський і Дмитро Ташков. Вітаю вас. І знову хочу трохи привідкрити, шановні друзі, секрет. Сьогодні ми поговоримо про такі солоденькі, такі штучки, дуже цікаві і дуже смачні. Сьогодні ми говоримо про корисні солодощі. Хлопці, дуже дякуємо за те, що ви таку тему даєте нам для обговорення, тому що дуже часто саме солодощі викликають багато суперечок. Ну, а якщо людина дуже полюбляє, ну як без них? А ви говорите, що можна і солодощі споживати, і бути здоровим. Да. Сахар, он содержится, есть три элемента, ну, три продукта, с которых добывается. Это молоко, это лактоза, да, с фруктов это фруктоза, и из свеклы сахароза добывается. И, в общем-то, конечно, лучше всего, если брать сахар тростника либо свеклы, то тростниковый сахар. И сахар сам по себе вот рафинированный, вообще все рафинированное, оно не полезно, но это популярно, потому что оно вкусно и так далее, но полезность очень мало. И мы просто поговорим вот, о полезных вещах, то есть чем можно заменить, потому что сейчас рафинированный крахмал, это ну, бич нашего времени. Да, и рафинированный сахар. То есть его сейчас пытаются заменять разными вещами, мы поговорим, как можно заменить. Рафинированный это хорошо, а еще есть модифицированный. Да, это да, еще, да. Так сказать, одна из граней нашего бытия сегодняшнего и не очень хорошая, не очень полезная. Поэтому мы сегодня призываем все-таки к здоровому питанию, к здоровому образу жизни. Что вы предлагаете сегодня нам приготовить? Да. Есть вот такие вот замечательные конфеты, они делаются из фиников, немножко сливочного масла и орешек. Да, это будет потом, это то, что мы приготовим. Однако то, к чему, с чем вы уже пришли, оно просто подарок утренний. Да, это желейные конфеты, они делаются из агар-агара. Ну, можно использовать варенье, либо какие-то фрукты или сок там использовать. И сахар, немножко сахара, то есть ну, вот, можно фруктозы немножко добавлять. То есть желатин абсолютно здесь не используется. Да, да. Наш обычный, наш традиционный желатин, без которого мы никуда, оказывается, можно заменить. Агар-агар, да. Это первое средство. И еще, дорогие друзья, намного полезнее. Александр перед эфиром немного рассказывал про агар-агар, а сейчас поделится и с вами. Да, агар-агар добывается из красных и бурых водорослей. Можно добыть в Черном, в Белом море и в Тихом океане. И раньше, ну, желатин – это недавнее изобретение, и он очень вреден тем, что фактически, то есть он используется для загустения, и понятно, что мы его не часто сильно используем, но его начинают использовать в большом количестве продукции. И есть три вида, ну, три вещи. Это пектин, желатин и ну, пектин агар-агар. Получается. И самый полезный агар-агар, то есть, потому что там содержится, как это из водорослей делается, и там содержится большое количество кальция и железа. Так, пектин йода. И агар-агар – это растительного происхождения, да? А желатин – это уже животного получается, происхождения. Получается, если бы мы знали, как делается крахмал, ну, то есть желатин, то мы бы его перестали употреблять, потому что, во-первых, там для гашения, для загустения, это, получается, делается из костей, там, вытяжки из там, всяких кишков и так далее. Это ужас просто. И, ну, то есть он не полезен. Его используют для увеличения веса там, и так далее. В мясную продукцию ложат, там, в колбасы и так далее. И, конечно, лучше всего использовать пектин. Самый распространенный – это яблочный пектин. Так, пектин – это хорошо, но сегодня мы используем агар-агар, и я хочу, чтобы вы вот определили о его, рассказали о его полезных свойствах, потому что на сегодняшний день это просто палочка-выручалочка во многих ситуациях, дорогие друзья, начиная от рака и заканчивая вашим желудочно-кишечным трактом. Да, он содержит 0 калорий,
Потому что он не задерживается в организме, он выводит, он собирает токсины, выводит из организма. То есть, ну, в общем-то, да, вот разные такие упаковочки есть и так далее. И вот, например, здесь даже написано «лечебные действия». Регулярное употребление дает хороший эффект в качестве мягкой укрепляющей терапии. Используют как противовоспалительное средство, нейтрализующее содержащее в пищевой массе кишечника токсины. Укрепляет печень и легкие. Богатый фукоиданом, который смягчает течение заболевания рака груди, устанавливает развитие раковой клетки. Даже так. И так далее. Да, то есть, и агар-агар сейчас пока еще, может быть, дороговат для, наших он людей. Он не дороже, чем желатин. Просто да. Желатин идет где-то, ну, за 10 грамм где-то 4,50. Да. Да. А агар-агар, я вот смотрел в интернете, ну, можно найти за, ну, до 45 гривен, можно 100 грамм найти. Все зависит от того, сколько мы используем, правильно? Там агар-агар идет в меньше. То же самое, да. Но если взять и, допустим, с кем-то скинуться и купить 1 килограмм, то это может выйти где-то 250 гривен. Все ясно. В общем, то, что агар-агар полезнее, мы поняли. Мало того, с него получаются изделия не хуже, чем из желатина. Да. И, дорогие женщины, не переживайте, если вы решили сделать что-то вот такое сладенькое для своих домашних, все будет держаться в той форме, которую вы захотите. Потому что вот эти розы, которые сегодня нам принесли парни, они просто замечательные. Да. Аккуратно, потому что все такое вот шаткое, оно может, ну вот да. Посмотрите, очень красота. Вкусно. Это бралось очень просто. Это малиновое варенье и водичка. Так. То есть мы брали еще фенхеля немножко, то есть для, ну, то есть для аромата. Да. Скажите, сколько вы держали по времени? По времени держали, получается, мы берем пол-литра воды, где-то 2 чайные ложечки, и, ну, у нас в данном случае 3 мы положили, потому что он достаточно, ну, такой разведенный, ну, не такой сильный. Но обычно это 2 на пол-литра хватает. Ну, то есть, чтобы делать именно, если там мы делаем кисель, то еще меньше, то есть одну там или полторы там. А если желейные конфеты делаем, как вот здесь, то мы ложим 2 или 3 ложечки. Так. И получается, при температуре 90 градусов он расходится по всему, да? Да, ну, полностью расчиняется по всему, по всей жидкости. И мы немножко подождали, то есть не полностью оно остыло. Остудить. Да, остудить немножко. И потом разлить в какие-то формочки. Ну, сейчас много разных формочек, да. Есть. Это сколько не... во времени надо, очень чтобы... Очень быстро застывает. Да. Быстро. Можно просто на блюдо его разлить, потом он застывает буквально за 10 минут. Да потом что? Его разрезаете, он как только остыл, он сразу застывает. Красота. Да. Я знаю, что в вегетарианской кухне, как это ни удивительно, существует еще и холодец. Такое понятие и непосредственно да. Блюдо. На агар-агаре основано. Да, есть. Можно с агар-агара либо делать пектин, но используется пектин тогда свекольный, либо какого яблочный, же цвета яблочный, тогда получается яблочный. Холодец, ну, в принципе, ваш? Такой же, ну, похожий, то есть так. Он как бы такой по цвету похож. Когда-нибудь, на я думаю, что мы обязательно в нашем эфире приготовим вегетарианский холодец. Это чудо чудное, многие скажут, потому что холодец у нас это прежде всего мясо, это основа, это мясо и кости, это и хрящи. Это полезные сладости, потому что сахара здесь очень мало содержится. Если, например, можно даже мед ложить, либо фруктозу использовать. Так. И он выводится с организма, то есть не задерживается. Просто все не нужно, он выводит с организма. Это вкусно, полезно и оно даже для похудения очень хорошо использовать. Чистит кровь. Да, в большом количестве, например, если много съесть, то тогда этот как слабительное даже действует. Ну, в большом количестве все плохо, не надо. В большом количестве у нас что за надо, ты не здраво. Это мудрое выражение. И мы хотели также сказать про, например, если некоторые думают, что делать с крахмала, например, ну, то есть берут. У нас самый распространенный это картофельный крахмал, но обычно, то есть он как бы, ну, то есть то, что мы имеем в продаже, это не полезное, то есть достаточно неполезное. Конечно, особенно модифицированные. Получается, да, есть натуральные, но они содержатся в фруктах, в бобовых, в пшенице, например, в кукурузе, в рисе, это крахмал. И в картошке, ну, если брать все крахмалы, то с картошки он самый бестолковый. Ну, то есть, и самый популярный. Да, и самый популярный. И поэтому можно переходить. То есть, например, если мы любим картошку, то тогда нам нужно, ну, то есть, поменьше использовать там, например, ну, вообще картошку
ложку лучше поменьше использовать. Да? Лучше вот это, да. Потому что, в принципе, он везде в остальном содержится, и просто больше злаков употребляют. Все ясно. То есть надо, чтобы сбалансированное было питание. Да, если крахмал идет с картошкой, значит, уже все остальное, например, вот агар-агар. Получается, рафинированный, как я уже сказал, крахмал вреден, его сейчас используют везде, в кетчупе, в майонезах и так далее. Хорошо. И мы используем, если кисели даже делаем дома, то очень хорошо использовать агар-агар, либо пектин яблочный. Так, яблочный хорошо. Пектин, он даже еще дешевле агар-агара. Скоро, ну, я думаю, что просто когда люди будут, более спрос появится у людей, тогда агар-агар будет еще дешевле. Наверное, мы мало знаем о том, что есть у нас просто под руками. Ну, а, дорогие друзья, здоровье наше – это самое ценное, что может быть. Поэтому записывайте где-то там себе на ус наши вот рекомендации и будьте здоровыми. В принципе, самое главное вот это, к чему и чему посвящены наши эти встречи. Димочка, сегодня вы нам предложите еще один очень интересный рецепт, опять-таки, здоровых сладостей. Это очень замечательные сладости. Они делаются из фиников, берется немножко сливочного масла. Финики у нас вот такие, вот просто очищенные от косточки. Да, это обычные финики. Так. Вот, они промыты. Промыты, до этого прочищены. Заливаете вы водой их, да? Да, чуть-чуть я их промывал, чуть-чуть отпаривал, чтобы выводить все ненужные вещества. Так. Лучше всего покупать, конечно, финики у специально обученных людей. Они где-то по 50 гривен стоят. Это вот самые лучшие финики. Они такие... Они во рту тают. Ну, естественно, финики, они сами по себе вкусные. А почему именно финики? Финики, в них есть пектин, в них очень много полезных веществ, плюс и фруктоза. И фруктозы очень много. Но финики с маслом, это что-то из разряда уже вот не совсем традиционного, скажем. Почему такое сочетание идет интересное? Ну... Такое сочетание. Такое сочетание. Мы со мной просто поделились этим рецептом, я попробовал и понял, что это очень вкусно. Это получается мини-пирожное, да, но на основе такая растительных. Так, давайте еще раз мы приготовим, а мы будем следить, вот. Что зачем. Финик. Итак, в него кладется кусочек масла. Лучше брать домашнее масло, чтобы оно не пахло навозом, чтобы оно пахло сливками. А есть такое, что навозом пахнет? Бывает. Интересно. Если коровье вымя не моет хозяин, то тогда оно будет пахнуть навозом. Молодежь сейчас знает многое. Так. А орешки нужно, можно всякие орешки брать, можно взять там семечки добавить, можно взять вот мне лен там, лен предлагал. Леновые семечки. Ну, я не решился лен добавлять. Да, это отдельно. И все орехи, то есть кешью, там фундук, миндаль, то есть любые орешки можно ложить. В принципе, в Индии тоже финики начиняют разными, но масло обычно не добавляют, это мы уже сделали. Но просто мы попробовали, что действительно, ну, то есть богатый вкус, маслом очень вкусно. Вкусно. Да. И, оно да. Очень вкус такой. Вот если вот брать такие хорошие финики, то когда вот этот вкус, он неповторимый. Да, если вы один раз попробуете вами, да. Финик, сливочное масло и поджаренный орешек, если вы один раз попробуете, вы больше никогда не забудете это. Мы это вам вкусно. Верим. Мы, получается, в Индии еще пробовали масло с йогурта. То есть вот этот рецепт, это именно индийский вы привезли? Но именно масло другое, да, используется, то есть с йогурта. Получается, делается вначале йогурт дома, потом сбивается и делается масло с йогурта. То есть он такой... Не сильно как бы большая разница, но он вкуснее намного и так, полезнее. Так, давайте определимся, что есть йогурт. Йогурт раньше вы называли обыкновенный кефир. А да, сейчас? То есть получается, да, с кислое молочко, так, да, кислое. То есть, которое, ну, то есть, фактически, да, то есть, оно, кефир это же, в принципе, производственное, то есть, да. То есть, дома обычно кефир не делается, то есть, это а делается... почему не делается кефир, делается кефир? Ну, я имею в виду такой, как... Еще и какой кефир можно сделать? Да, но... Производственному, ого-го! Да, то есть, получается, кефир, можно кефир, либо йогурт, да. Так. Но, в принципе, йогурт это... Он более полезный. Да, берут, иногда, например, делают либо лимончик, либо, например... То есть с наполнителем каким-то йогурт уже идет? Или он просто нежнее? Нет, просто нежнее, да. Просто он, вот эта кислинка, ну то есть она, ну то есть кисломолочный продукт, то есть он дает, ну, больше насыщения и, ну то есть... Немножечко другая форма. Усваиваемость и так далее. Если да. вы хотите делать йогурт, то лучше купить в супермаркете или в каком-нибудь другом магазине специальные закваски. Там на ней все написано. Там делается очень просто. Единственное, что нужно строго выдерживать. Вот хорошо. Парни, процесс. Я знаю, что вот сливочное масло вы тоже пытаетесь делать сами. Вот насколько чувствуется разница между купленным маслом производственного, так сказать, характера промышленного и домашнее, вот когда, собственно,
получается, в ведическом обществе, ну, вообще в древней культуре, очень большое внимание уделялось чистоте. Перед тем, как что-то делать, человек должен сам покупаться. Во-первых, это для здоровья, для психологически. То есть, когда мы купаемся, то смываем весь негатив. После сна обычно нужно купаться. Перед каким-то делом обычно тоже купаются. И когда мы делаем сами, то мы влажим энергетику. Особенно если мы для родных делаем, для семьи, то энергетика влажится. Вот, например, самый перенос энергетики, например, самый слабый – это в воду, например. То есть вы даете воду кому-то, и свою энергетику почти не влажите. То есть фрукты обычные, это немножко больше энергетики передается, порезанные фрукты это еще больше, вареные, например, овощи это еще больше, а рис, например, вареный, это еще самое большое содержание. А чего? Рис, так сказать, больше потребляет? Просто да, он энергетики, да, очень много впитывает. И поэтому, когда мы делаем, например, масло, то, во-первых, хорошо, если эта коровка домашняя, а еще лучше, если она защищенная, то есть если она знает, что ее не убьют. И получается, тогда это молоко самое полезное, самое вкусное. Эта корова даже дает больше молока. А корова может знать, что ее убьют? Да, она чувствует. То есть особенно... Животные не все чувствуют. Да, 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 да. А по цене очень выгодно получается. Если летом примерно идет по 12-15 гривен пол-литра сливок, можно на 200 гривен купить себе сливок, целый мешок. Из них масло сделает, можно сделать масло за полчаса. Правда? Оно очень быстро делается. Если это качественные сливки, конечно же, я с вами согласна. Главное, чтобы сливки не были вот только-только сделаны, потому что тогда придется повозиться. Вот такая, дорогие друзья, у нас очень грамотная молодежь нынче пошла. Ну и прежде чем мы попрощаемся, потому что время у нас истекло эфирное, я хочу, чтобы вы увидели вот эти конфетки, которые мы параллельно вот говорили и делали. Димочка, покажите, пожалуйста. Это, я бы сказала, даже не то, что конфетки, а такие своеобразные пирожные. Да. Очень полезные. Вкусно и полезно. Это мечта сладкоежки. Спасибо вам большое за ваши полезные советы. Мы прощаемся с вами, но только до следующего раза. Спасибо. До свидания. Шановні друзі, а наша програма триває, але тема кулінарного світу абсолютно не завершена. Адже ми запрошуємо вас у дивовижний світ кави та чаю. Крім того, що там можна полосувати і насолодитися пахощами, це просто неосяжний світ для творчості. Вирушаємо!